Удивительные совпадения в мире освежают наш замыленный взгляд на окружающую действительность и заставляют задуматься, может и есть в мировом закулисье какой-то вселенский режиссер, который нет-нет, да и ошибется в расстановке фигур на нашей планете. Бывают забавные сбои в матрице, но в нашем видео будут только такие сбои в реальности, от которых кровь стынет в жилах. То, что вы увидите, вас до ужаса напугает. В реальность происходящего трудно будет поверить, однако это произошло. И у нас 10 страшных вещей, снятых на камеру, сбои в матрице. Автор этого опубликованного видео Марк Байерс. На этом видео мы видим, две его дочери записывают себя во время езды на машине, как они поют под музыку. По авторским правам я часть начала видео показать не могу, они пели песни Адель, но суть не в песне. Просто посмотрите, что происходит дальше и реакцию девушек. Когда это видео было первоначально опубликовано, много людей предполагали, что это было какое-то призрачное или паранормальное явление. На самом деле это вряд ли, если же, конечно, верить в призраков. У машины нет предыдущих владельцев и в ней никогда не умирал ребенок. Предполагается, что это видео больше похоже на какой-то странный глюк ребенка, случайно появляющегося в автокресле. Но что вы думаете, является этот клип глюком в нашей якобы смоделированной реальности? Это призрак на камере или странная игра света и тени? Автор этого видео по имени Мэтью, который работает в большом отеле в Западном Техасе. Он говорит, что когда работы у него стало меньше, однажды он делает перерыв в задней комнате, где находится система видеонаблюдения. Он смотрит на монитор и замечает что-то очень странное на камерах отеля. Он берет свой телефон, чтобы записать инцидент. Yeah, he is literally there. It's not the camera that's frozen, it's him. There he is. This dude is f***ing still. What the f***? Обратите внимание, что на видео вы можете видеть, что передача данных безопасности не приостановлена. Другие камеры продолжают записывать движение в вестибюле отеля и вокруг него. Но этот парень просто не двигается. Это сбой в матрице, заснятый на камеру, или это просто странная жуткая неисправность камеры безопасности, неисправность камеры, которая влияет только на этого парня? Что думаете? Популярный британский ютубер по имени Алфи провел паранормальное расследование в заброшенной тюрьме. Алфи утверждает, что он не верит в призраков и сверхъестественное, и намеревается провести честное расследование, чтобы в основном попытаться опровергнуть существование призраков. После эксперимента он сказал, что все еще не верит в паранормальное явление, но его видео действительно поймало очень странное происшествие, которое он не мог объяснить и которое некоторые назвали глюком в матрице. The writing saying enter at your own risk disappeared after Mark went after Zoe. Like, this is crazy. So this bit here, are you ready? Enter at your own risk. Do you see that on the sign? Enter at your own risk. Now watch. It's gone.
It's gone. It's gone. Like, it's still not there. And now the... Look, it goes closer. The lights on. Where is it? So he loves it. So this is one of the areas where we get paranormal groups coming on the weekend. This is one of the areas where they get the most activity with balls. They normally take 3 shots with a flash and 3 shots without. And about 90% of those have ball activity. No. So, in here? Yeah, yeah. So take a few shots. I'm not a big believer in all this personally. Okay, so this one. Моя первая мысль после просмотра этого заключалась в том, что какая бы технология ночного видения не использовалась в их камере, но отпечатков нет на знаке. Но поздняя сцена показывает, что также камера четко фиксирует печати на серии плакатов на стене. Так что же вызвало этот странный исчезающий момент? Игра света и сбои в нашей реальности? Что думаете? Пишите в комментариях. Вы можете посмотреть все невошедшие моменты в предыдущие выпуски и запрещенные видео Ютубом. Мои эксклюзивные авторские ролики самых страшных мест мира, психологические и мистические эксперименты. Ссылка на телеграм-канал Чизоид на экране и в описании под видео. А мы продолжаем. Вы когда-нибудь слышали о гипотийском камне? Таинственном египетском камне, который содержит микроминеральные соединения, не найденные ни на Земле, ни где-либо в нашей Солнечной системе. Другими словами, никто точно не знает, как и где образовался этот камень. По сути, это инопланетный камень. Стоит предполагать, что этот камень найден в 1996 году в Западном Египте. Говорят, он имеет какую-то инопланетную аномальную способность. Пару недель назад в интернете и в социальных сетях появилось очень странное видео, в котором предположительно то, что и может являться этим инопланетным камнем, найденным в Египте. Данное видео было размещено на сайте Reddit. И тут нам показывают способности этого камня. Смотрите. На видео мужчина держит бумагу, написанной от руки датой. Когда он кладет камень рядом с бутылкой воды, вода становится красной и дальше еще страннее. Когда он ставит бутылку Кока-Колы рядом с камнем, бутылка просто как-то лопается. На другом видео был показан камень с похожими свойствами. Данное видео собрали миллионы просмотров и активно обсуждают вопрос, как такое возможно. Никто не знает, как камень работает. Что думаете об этом? Очередной глюк в матрице. Вот реально, как это можно объяснить? На просторах интернета я обнаружил очень странный видеоролик. Вот честно, я много раз его пересмотрел и до сих пор не могу понять, как такое возможно и в чем подвох. Одна из девушек прыгает с тарзанки в речку, но вместо того, чтобы просто пролететь и упасть в воду, она замирает на долю секунды в воздухе, делает кувырок и падает, как будто зацепляется за какой-то невидимый барьер. А вы сможете объяснить данное аномальное явление? Что-то странное было замечено на парковке. Эта женщина на видео словила зависание в реальности. Женщина попала в какой-то глюк-барьер.
Более 2 минут женщина повторяет одно и то же действие возле машины. Звучит бредово, но вы просто посмотрите на это. По-другому и не опишешь. На протяжении нескольких минут она делает одно и то же движение. Пытается открыть автомобиль, отходит от него, крутит головой по сторонам и вновь повторяет то же самое. Как будто она изображает заглюченного NPC из игр. Что с ней не так? Это видео показывает странные аномальные события, которые происходят в этом заведении. Что-то невидимое разбивает стекла. Камера безопасности, установленная в этом заведении в Великобритании, несколько раз засняла странные происшествия. Призрак или что-то подобное время от времени случайным образом разбивает стаканы на куски. Владельцы заведения установили по всему периметру камеры наблюдения, чтобы установить причину постоянного разбития стекла. На записях владельцы были шокированы увидеть, что стекла, стаканы сами по себе разбиваются. Может, в этом заведении обитают агрессивные призраки, которые не любят людей и стаканы? Автор этого видео по имени Брайан утверждает, что он поймал птицу, казалось бы, застывшую в воздухе. У зрителей было несколько теорий. Это все от ветра до плохой частоты кадров на камере, из-за которой крылья птицы казались неподвижными. Но ни одна из этих вариантов полностью не объясняет странное замирание птицы в воздухе. Вот еще подобное видео с застывшей птицей в воздухе на высоте над автострадой. Вот еще одно видео, на котором крупная птица застыла в воздухе, невысоко над землей, и не было видно ничего, за что она могла зацепиться. Видно, что птица еще жива, и в какой-то момент она немного дергается. На дороге под ней стоит пожарная машина, на которой человек с длинным шестом, по всей видимости, пытается достать птицу. Он слегка толкает ее, но ничем не помогает. Чем закончилась эта сцена и помогли ли пожарные птицы, неизвестно. Что думаете об этих глюках в реальности, которые чаще всего происходят с птицами? Ужасно странное явление произошло недавно в деревне Траунтбек. Несколько десятков овечек застыли на месте. Мужчина по имени Рори вместе с семьей отдыхали у озера. Утром его мама написала сообщение, чтобы он выглянул в окно и посмотрел на овечек, которые пасутся по соседству. Он не придал этому значения, а через час ему написала уже его знакомая с такой же просьбой. На улице Рори увидел овечек, которые стояли и не шевелились. В час дня он пошел на прогулку, а эти животные все еще стояли как вкопанные. Достав телефон, он снял их на камеру. К вечеру все овцы от гостевых домиков разбрелись. Некоторые пользователи сети рассказали, что овечки могут вести себя подобным образом, когда идет сильный дождь. Однако, почему именно они так поступают, никто не знает. Где именно было снято, неизвестно. Предполагают, что это было снято где-то в Китае. Эта группа проводит что-то вроде сеанса или фокусов. Пару участников попросили прикоснуться пальцем к рукам. Ведущий сессии начинает обратный отчет. Смотрите, что происходит. Как вы можете видеть, когда участники убирают руки, их тени остаются на месте на секунды две дольше. Это невероятно пугает группу, и видео резко заканчивается. К сожалению, сопутствующей информации, связанной с этим загадочными кадрами, почти нет. Я не знаю его истинного происхождения, где именно было это снято и что именно произошло. Фокус или мистика? Пока нет подробной информации об этом видео, оно остается загадкой. А на этом у меня все. Если вам понравилось видео и вы хотите продолжение темы «Глюк в нашей реальности», то бишь вторую часть, тогда быстренько ставим лайк для моей мотивации и подписаться на канал не забудь, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами был Зомби Чез. Пока.